В этот день, в день ракетных войск Военмехи, подводятся итоги конкурса на лучшего студента, студент года. И сейчас мы с вами узнаем тех, кто победил и кто сейчас поднимется на эту сцену, получит не только дипломы авторской работы, которые им останутся на память, что они лучший студент 2019 года, но еще им в подарок Балтийский государственный технический университет Военмех дарит деловые костюмы. Это тоже стало хорошей, доброй традицией уже на протяжении многих лет. Лучшие студенты едут в большой гостиный двор на Невском проспекте, выбирают себе костюм, и Военмех их оплачивает и дарит студентам. Ну а также в 2019 году каждый студент еще и получает сертификат в 20 тысяч рублей для поездки в город-герой Тулу в мае 2020 года. Остается не отчислиться и высоко нести гордое звание студент года Военмеха 2019 года. Ну что ж, в этой церемонии еще помогают студенты студенческого отряда «Аврора». А мне остается лишь начать приглашать студентов на эту сцену, которая лучшая из лучших. Да, я помню, что дипломы, сертификаты вручает ректор Балтийского государственного технического университета Военмех Константин Иванович. Итак, внимание! Лучший студент в области технических наук, баллистика, космонавтика, механика, машиностроение вручается студенту факультета А, группа А9М41, Максим Подалко. Не уходи, Максим, не уходи, пожалуйста. Цветы от студенческого отряда Военмеха. Лучший студент в области технических наук. Радиотехника, робототехника, информатика, электроника. Получает сразу два студента, насколько я понимаю. И оба они представляют факультет И. Группа И8М41. Иван Романенко. И студент группы И-966 Павел Кошелев. Лучший студент в области оружия и систем вооружения. Получает это звание студент факультета Е, группа Е781, Игорь Пигарев. Лучший студент в области военных образовательных программ, студент военного учебного центра, группа КВ-71, Никита Прушинский. Лучший студент в области естественных наук. Это студент факультета И, группа И-964, Иван Дубинин.
студент в области гуманитарных наук. Это студент факультета R, группа R461. Анна Марусева. Лучший в студенческом спорте. Лучший спортсмен военмеха, студент факультета А, группа А-341, Екатерина Афанасьева. Лучший организатор студенческого самоуправления в военмехе. Студент факультета А, группа А-161, Иван Никулин. Лучший куратор студенческой группы. Студент факультета Е, группа Е-484, Абу Фада Тарек. Да, общая фотография с лучшими студентами 2019 года. Ребят, возьмите цветы, чтобы они тоже были наверху, сертификаты. Уважаемый Константин Михайлович, наверное, должна произойти хорошая традиция, и с ответным словом должны сказать студенты. И не просто сказать, но еще и провозгласить тост, наверное, за военмех. Поэтому я сейчас им дам микрофоны. Ну и, конечно, откроем по бокалу шампанского, ведь даже в Кремле принято лучшим из лучших подавать бокалы с шампанским, не правда ли?